Привет всем! Вы находитесь на канале Настины Затеи. И сегодня мы продолжаем работу над текстильным набором для обеденного стола. Итак, в этом видео я вам покажу, как сделать вот такие подставки для тарелок. Принцип работы над подставками под тарелки аналогичный принципу работы над скатертью-бегунком. Для каждой подставки нам понадобятся 3 полосы пэтчворка, конечно, короче по размеру. Я взяла полосы длиной 6 квадратов. Между этими полосами я также помещу полосу из более темной ткани. Она у меня чуть уже, шириной 5 сантиметров. По краям нашей подставки я помещу полосы более светлой ткани. У меня они получили шириной 8 сантиметров. Итак, я заутюжила припуски на швы. Внутри самого мотива припуски на швы смотрят к центру, и также при сшивании мотивов между собой нужно учитывать, что припуски на швы тоже должны смотреть все в одну сторону. И также я сразу обрезала излишки по краям и выровняла полосы по длине. Что же теперь нужно сделать? Между полосами я пришью полосу из цельной ткани. При этом очень важно помнить, что полосы пэтчворка тянутся, поэтому постарайтесь при совмещении полос пэтчворка и из цельной ткани не тянуть деталь из квадратов. Я соединила все полосы между собой. Теперь я их еще раз отутюжу и выровняю по длине. Теперь я пришью полосы по бокам получившегося пэтчворка, и наша подставка уже почти готова. Как и в предыдущем видео, я собрала сэндвич из нашего пэтчворка, ткани обратной стороны и уплотнителя. Все эти 3 слоя мы скалываем булавками и прошиваем по контуру, не забыв оставить отверстие шириной примерно в ладонь для выворачивания нашего изделия. Вывернула свою работу с помощью острого предмета, ножниц или спицы. Нужно вывернуть очень аккуратно уголки, чтобы они получились острыми и такими.
одинаковыми со всех сторон. И также я сколола булавками отверстия. Что мне нужно сделать? Я прошью подставку по контуру и вдоль основных швов. Вот он результат нашей работы. Очередная яркая, оригинальная вещица для декорации вашего дома. Такие подставки могут украсить вашу барную стойку или обеденный стол. Очень просты и удобны в использовании. Стираются прекрасно. Отличная замена большой громоздкой скатерти. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. До встречи на канале Настины Затеи.